В Иволгинском районе тушат три лесных пожара. Первое возгорание произошло в Каленовском участковом лесничестве. Спустя некоторое время обнаружены еще два новых на расстоянии 200 и 500 метров от основного очага. Работает в общем на трех пожарах сейчас около 80 человек, в том числе администрация и АПС. По технике работает 4 бульдозера, 1 ДТ и сейчас еще на подходе ДТ-4. Общая площадь пожаров составила 125 гектаров. Предварительной причиной возгорания является неосторожное обращение с огнем. Двигаемся далее. В Сотниково горело производственное здание. На момент прибытия пожарных постройка была охвачена огнем изнутри. Также полыхала крыша. Возгорание удалось потушить через 20 минут. Быстрому распространению пожара способствовал сильный ветер, деревянная кровля и деревянные перекрытия здания. В результате пожара никто не пострадал. В тушении было задействовано 12 человек личного состава, 4 единицы техники. Причина возгорания устанавливается. Другим темам. На этих кадрах мужчина, ранивший из ружья сожительницу. Пьяный житель Иволгинского района выстрелил в женщину и попал ей в руку. Отмечу, задержанный ранее судим. У него изъято ружье и 2 патрона. Возбуждено уголовное дело. И в заключении. Тройное ДТП на улице Блинова с пострадавшими. Toyota Caldina двигалась со стороны микрорайона Восточный. По словам очевидцев, навстречу посередине дороги ехала скорая помощь с включенной сиреной. Caldina прижала справа, но автомобиль занесло и выбросило на встречную полосу, где он столкнулся с Нивой Chevrolet. Далее, отскочив от сильного удара, Caldina врезалась в Toyota Succeed. Андрей Слепнев, Андрей Дармаев. Новости дня.